Всем привет, дорогие зрители! Нашел четырехкомнатную квартиру, видовую. Видит море, видит соседнее здание, видит горы. Высокий этаж проекта, который был сдан в 2019 году, с инфраструктурой. Так, бассейн вы уже увидели. Тут вид на Каркаджак, вот эти горы и на другие проекты. Есть открытая парковка, детская игровая площадка, сауна, хамам, фитнес, джакузи вместо крытого бассейна. Так, огромная квартира с огромным балконом. Жилая площадь 155-160 квадратных метров максимум, скажем, где-то 145 глазами вместе с балконом. Брутто здесь 185 квадратных метров. Здесь гостиная с отдельной кухней. Отмерять захотел, но квартира большая. Пока я отмерю, я постарею вместе с вами. Огромная прихожая. Вот. Начну я с этой стороны. Первая спальня. Здесь 11 квадратных метров, 10,5 на глаз. Вид на море. Сторона восточная, южная. Юг здесь в основном. Хозяйская большая спальня. Надо мне снять. Ради вас. Один, пять туда и 20 квадратных метров спальня хозяйская. Здесь санузел первой хозяйской спальни. Никто тут не жил. Балкон. Сюда устанавливаются внешние блоки кондиционеров. Эта та сторона тоже восточная. Вот ваш сосед цветки туда посадил. Вид на море. Здесь вторая спальня. Я давайте эту отмерю тоже, маленькую спальню, сколько посмотрим она. Чтобы больше не отмерять жилую площадь. Да, 10-20, вот так. Тут большая спальня. Думаю, что есть где-то 17. Вот. 18500. Она в длину. Выходит на тот же балкон. Прихожая. Отмерю вам прихожую. 11 квадратных метров прихожая. Больше спальня. Так вот, бывает. Здесь у нас главный санузел. Стоит проточный водонагреватель. Коспел, впервые вижу. Ролик не закрываем. Смотрим до конца. Три спальни я вам показал и отдельная большая кухня. Отмерим кухню для вас. До шкафа. Так. Так. Еще сюда поставим. А, что-то неправильно. 3-4 квадратных метра невозможно. 15 квадратных метров. До шкафа. Кухня у нас большая. Одну спальню меньше сделали, кухня побольше. Можно было и ту спальню побольше сделать. Мы подумали, наверное, детскую сделали одну. Так, и здесь у нас устанавливаются внешние блоки. Так, выходим с квартиры у нас.
У нас два лифта. Вызываем лифт. Вот такие лифты. Угу. Итак, еще одна квартирка. На том же этаже, это для тех, кто ищет именно такую квартирку. Я впервые такое вижу. Дорогие зрители, огромный зал. Из 3 плюс 1 по планировке сделали 2 плюс 1 при строительстве. Тот же квадратный метр, но огромная гостиная комната. Вау! Давайте отмерим. Шестьдесят семь квадратных метров до шкафа. Вот такая интересная квартирка. Потолочки тоже покажу. Цены у обоих одинаковые. Эта сторона юго-западная, а спальня смотрит на север. Вот такой вид. Видно крепость Алании. Угу. Огромная. Также вид на море. Кусками видно, да, вот видите. И вид на крепость Алани. Вот она. Также горы видны с этой стороны. Тут строят какой-то проект. Наверное, тоже будет 12 этажей. Возможно, здесь вид уже закроется. Но так у вас вид останется. Здесь тоже строят. Это, кажется, уже крыша. Да, выше они не могут построить. Здесь школа у нас, начальный класс. Расстояние до моря от этого проекта 950 метров максимум. Так. Покажем. Здесь такая же прихожая. 10,5 квадратных метров. Здесь тоже 10 квадратных метров с половинкой. 300 было, 10, 300 или 400, не помню. Здесь 20 квадратных метров. Спальня. Потолок тоже покажу. И балкончик второй. Такой же, как там. Вид на горы. И соседнее здание. Здесь у нас второй санузел. Первый я вам показал, кажется, нет. Хозяйский санузел. А вот главный санузел этой квартиры. Сюда устанавливается шкаф. Все, дорогие зрители, я сейчас спускаюсь вниз, покажу вам инфраструктуру и скажу цену на эти квартиры. Сам познакомлюсь с хозяином и обсудите цену. Но торга нету, как он мне говорил. Все в ваших руках, я не буду лезть. Когда лезу, думаете, что скидку не дают. Не дают скидку. Сами обсудите. Так что звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Квартира находится на одном этаже. Одна восточная сторона, одна западная сторона. Юго-запад, юго-восток. Показываю всю инфраструктуру. Не закрываем ролик. Ставим лайки. Подписываемся, если все еще не подписались. И пишем комментарии. И вот второй лифт. Тот был поменьше, этот побольше. Спускаемся на нижний этаж. Вышел я на нижний этаж. Здесь у нас лобби. Тут детская игровая комната. Хозяин сам проживает в другом городе. Вам заранее нужно мне сказать, если хотите посмотреть, чтобы я ему позвонил, и он приедет. Здесь у нас тоже зона отдыха, открытая парковка снаружи, генератор, вон генератор, большая открытая парковка. Тут фитнес где-то у нас в левой стороне, если память не ошибает, да, вот фитнес.
Здесь теннисный стол. Фитнес-зал. Тут помыли, извиняюсь. Здесь зона отдыха, шезлонги ставятся. Тут раздевалка. То есть все почистили, Гаси молодец. Извините, здесь вот такой джакузи. Римская парная комната. Сауна. Большая. Все. То, что... Что я сделал? Все, придется меня полчистить тут. Так. Какое, что делать? Здесь детская игровая площадка, там беседка и наверху большой, огромный, скажем, бассейн. Я уже снял из ролика вот такой проект. Вон так даже покажу. Угу. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Цена квартир 155 тысяч евро каждая. Цену сами еще раз обговорите с хозяином. Он нам сказал крайнюю цену 155 тысяч евро. Заранее звоните при приезде в Аланию, если вас заинтересовала эта квартира. Вообще идеально для двух больших семей, родственникам, брат там и там, сестра там вместе, чтобы жили рядом. Там тесть, теща, сосед, теща. Обожаю тещу. Всем пока-пока.